Штатив алюминиевый Dick Meek E302. Доставка с AliExpress заняла около 3 недель. Если кто-то из вас подыскивает себе тревел-штатив, не хлипкий, но и адекватный по массогабаритам, то это он. Он однозначно стоит своих $88. Выглядит очень прилично на уровне Mi Photo, но минимум в 2 раза дешевле. Очень аккуратно сделан, никаких заусенцев, масла, нестыковок и перекосов. Все узлы обработаны смазкой, но она не липкая. Качественно покрашен, замки прорезинены. На центральной штанге есть даже демпферная резинка между коленами. Устойчивый, ножки не трусятся. Компактный, в сложенном виде 35 сантиметров, весит 1 килограмм 600 граммов. Не самый легкий, но при высоте в 154 сантиметра, мне кажется, это очень хороший вес. Штативная головка приличная, с нормальным шаром. Нагрузку в виде зеркалки с 24-70 держит нормально. Из мелочей есть крюк для груза, комплект шипов на ножке и кольцо для ремня. А, да, и есть еще чехол. Пошит нормально, аккуратно. Как монопод, если использовать только ножку, то однозначно коротковат, около 135 сантиметров. Но если прикрутить центральную штангу, то уже нормально. Не знаю, насколько реально легче карбоновый вариант. Говорят, что всего на 200 граммов, но алюминиевый меня полностью устроил по весу и устойчивости.